сантехники. Мы уходим. Подожди-ка. Что это значит? Мы уходим. То, что мы ноги делаем. Но я сказал, что мы уходим. И что ж ты там все это время делал? Ничего. 10 минут, ничего. Да. 10 минут или как? Николай Мане, я был на горшке по-большому. Тебе достаточно этой информации? Там лежит труп в ванне. А ты там присаживаешься спокойно на горшок по-большому. Надо было срочно. И ты выходишь из ванны и говоришь, что мы сваливаем. И я уже думал, что ты там что-то другое делал. Я только что сказал, что это было срочно. Мы так не можем. Еще как можем. Я только что сказал, что мы сваливаем, и все. Стоп, подожди-ка. Так не пойдет. Там еще есть некоторые вопросы. Во-первых, почему там лежит труп в ванне? Во-вторых, почему уже в 10 утра люди там празднуют дикую вечеринку? В-третьих, почему нас вызывают на заказ, где вообще нечего ремонтировать? Совсем нечего. Ну хорошо, но только потому, что у тебя сегодня день рождения. А вдруг он не мертвый? Какой-то тип лежит в ванне, полной крови, с индийскими перьями на голове. Но если он не мертвый, то я тоже не знаю. Все это как-то очень мистично и странно. Эй! Доброе утро. А можно спросить, вы кто? Кто вы? Так это, мы были в туалете. А этот там, этот? Мертвый. Больше не живет. Вообще-то это и так ясно. Если можно представиться, комиссар Пушка. Вообще-то главный комиссар, но просто Пушка будет достаточно. Если хотите ко мне обратиться, то я отзываюсь на свое имя. Так, посмотрим, что там. Так, что тут? Извините, кровь такая штука. Я до сих пор все еще не могу никак. Вы знаете этого мужчину? Знаете его? Нет. Можно спросить, что вы тут делаете? Тут делаете? Мы сантехники. Понимаю. А вы? Мы ремонтируем.
Вообще-то я спросил, что вы тут делаете. Ведь, насколько я вижу, тут совсем нечего ремонтировать. Совсем нечего ремонтировать. Вместо этого вы явно с удовольствием проводите время с мертвецом в ванне. Нет, в ванне. Нет, мы лучше ремонтируем. Но, кажется, тут совсем нечего ремонтировать. Мы тоже задались вопросом, что мы тут делаем. Мы уже хотели свалить, а этот вот... Ну, конечно же, мы хотели дождаться полиции, потому что по закону, конечно, это нормально, что если мы тут, то... Вы вызвали полицию? Нет. Вызвали? Нет. Но мы хотели. Все-таки тут труп в ванне. Сразу и полиция должна быть тут, как тут. Все-таки там есть пару нерешенных вопросов с этим трупом в ванне. Может, его отравили? Тут ужасно воняет. Ужасно. Кто вас почему сюда вызвал? Кто почему сюда? Ну, это было... Да, это было странно. В общем, сегодня утром в нашем сантехническом бюро сначала было все нормально. Все наши коллеги на вызовах. Нам нужно было быть на страже. Вообще-то совсем нормальный день в нашей маленькой фирме. Очень даже обычно, вообще-то. На другом конце провода была красивая женщина. Кое у кого проблемы. Хорошо, все понятно, улица такая-то. Пожалуйста. Да пошел ты. Мы получили заказ. Должны были тут появиться так быстро, как только можно. Воду прорвало. Воду прорвало? Но в каком-то смысле да. В каком-то смысле. Да. В любом случае, когда мы пришли, дверь была открыта, мы зашли, там сразу в ванну, но все остальное вы видели сами. Наверняка мы должны задаваться вопросом, кто же убил мужчину, что? Но также и кто хотел бы, чтобы вы его тут так нашли? И кто эта красивая женщина, которая вам сегодня позвонила? И почему они там уже в 10 утра празднуют вечеринку? Я хотел бы вас попросить подождать на кухне, пока я тут все отпечатки пальцев сниму. Мы хотели бы уже уйти, нас работа ждет. Если можно было бы вас попросить. Только не теряй спокойствие, спокойно. Я предупреждал, что надо было уходить. Теперь мы тут сидим с ментом и трупом. Мы важные свидетели в криминальном случае. Я думаю, что мы должны исполнить наш гражданский долг. Кроме того, мне удалось избежать того, чтобы комиссар думал, что ты там на толчке целые 10 минут рядом с трупом по-большому сидел. Что по большому счету можно было бы рассмотреть как неоказание помощи. Мне нужно было срочно. Даже не знаю, было бы это лучше, если бы он думал, что мы там вместе все это время в туалете делали. Кроме того, все эти твои детективские игры нервируют, даже несмотря на то, что у тебя сегодня день рождения. Блин, какие же эти печеньки засохшие. Тебе там лучше взглянуть. Это же все очень странно. Я говорил, что лучше нам быстрее бы отсюда свалить, но нет. Коллеге нужно поиграть в героя.
Герр комиссар. Предлагаю сейчас свалить, окей? Можно спросить, что вы потеряли в моей квартире? Этот пушка как-то исчезновил труп с индийскими перьями на голове, который лежал в моей ванне, пока вы тут на кухне ели мои печеньки. Я правильно поняла все? Правильно. Все до сих пор правильно. А вы здесь, потому что вы говорите, что я вас вызвала сегодня утром по телефону, потому что у меня якобы воду прорвало. Именно так. Издеваетесь? Нет, такого у нас в планах не было. Я вас не вызывала. Кроме того, здесь нет никаких намеков на то, что здесь вообще когда-либо был бы какой-то труп, не говоря уже ни о каком комиссаре. Единственное, что здесь есть, это два мужчины в моей квартире, которые считают, что они сантехники. Да. И это тоже правильно до сих пор. Там еще есть кое-что, что мы должны вам показать. Как вы смотрите на то, если я сейчас вызову полицию, и они смогут проверить вашу историю? Или вы выполните кое-какую работу для меня? И это длится уже несколько недель. Каждый день эта тупая музыка. Невозможно вынести. К сожалению, эти люди, которые тут живут, больше как что? Скажем так, нормальной аргументации совсем не поддаются. Тем не менее, я хочу, чтобы вы этому положили конец. А если нет, то мы будем говорить с полицией о том, что же вы все-таки делали в моей квартире. Так что давайте. Да этого всего не может быть. Хрень какая-то полная. Я про то... Ты ведь сам видел труп. А теперь мы тут стоим и должны каким-то людям запретить праздновать вечеринку в 10 утра, хотя они нормальной аргументации совсем не поддаются. Мне тоже это все как-то не нравится. Но я считаю, что мы должны это сейчас провернуть, чтобы раз и навсегда отсюда свалить. Все понял. С днем рождения, коллега. С днем рождения, коллега. С днем рождения, дорогой коллега. Хотим видеть тебя пьющим.